Спасибо вам за терпение. 3 года ожидания, и вот в руках долгожданные ключи от собственных квартир в ЖК «Немчиновка Резиденс». В конце июня ввели в эксплуатацию жилой многоквартирный дом. Дом находился на контроле Министерства жилищной политики в администрации Одинцовского городского округа. Это жилой многоквартирный дом на 104 квартиры в селе Немчиновка. Застройщик был вынужден приостановить работы из-за финансовых проблем. Однако ему удалось их решить и достроить дом. Уже с 5 июля началась выдача ключей дольщикам. Проект действительно сложный, и здесь сложный рельеф, подземная парковка. Территория, в общем, достаточно такая проблематичная для такого строительства. Но все эти сложности уже позади. Теперь осталось поставить дом на кадастровый учет, и вы станете полноправными собственниками. Ключи от квартир в новом доме на улице Ольховая, 3, в Немчиновке получат 104 жителя. Это долгожданное и счастливое событие, признаются новоселы. Пока только радость. Дальше уже будем думать о ремонте. В планах администрации есть также вручить квартиры всем обманутым дольщикам в этом году. ЖК «Изумрудная долина» и ЖК «Высокие жаворонки». Конечно, вручение ключей – это всего лишь первый этап, первая веха в решении проблем. Нам еще предстоит решить задачу обеспечения новых жильцов социальной инфраструктурой в этих жилых комплексах. Екатерина Крамер, Денис Харламов, Виктория Максюта, телекомпания «Одинцова».